И снова лайв. Прямой эфир. В Москве полиция задержала элитные машины свадебного кортежа. Очевидцы сообщили, что из окон автомобилей стреляли, чтобы остановить два автомобиля Porsche и один Bentley. В столице объявили даже план перехват. Их тормознули на юге, недалеко от парка Царицына. Именно там сейчас работает моя коллега Дарья Луканцова. Даша, приветствую тебя. Удалось тебе пообщаться с владельцами машин. Что они говорят? Может быть, у них совершенно другая версия какая-то? Привет, Леш. Да, мы пообщались с одним из владельцев белого Porsche. Вот по нашим источникам, именно из этого автомобиля были произведены выстрелы в районе Ленинградского проспекта. И вот как он нам сказал, что никто не стрелял и, возможно, даже вообще никаких выстрелов не было. Давайте послушаем, что он нам сказал. На свадьбе всех гостей взяли и задержали. Кто стрелял-то вообще? Видите, кто что стрелял, их вообще нету. Вообще. И никто даже не стрелял, походу. Дело, у кого-то машина с выхлопом была хорошая, но кто-то испугался. Ну вот что же стало причиной, действительно, были ли выстрелы, или все-таки это выхлопные газы слишком шумными оказались у одного автомобиля, будут разбираться следователи. Всех участников свадебного кортежа, напомню, это три автомобиля, два Porsche, белый и черный, одну Bentley, всех увезли, все машины, и, собственно, всех участников увезли в отделение полиции. И вот как нам рассказал вот тот самый владелец белого автомобиля, белого Porsche, задержали еще пару машин и увезли в другие уже отделения полиции. Ну, в общем, в итоге праздник у ребят, свадьба сегодня точно испорчена. Ну, вот что самое интересное, когда еще машины находились на этом месте, припаркованные у дороги, задержанные, произошла авария прямо в этом месте у музея парка Царицына 11 КПП. Молодой человек на куре, на автомобиле засмотрелся на такую дилижанс дорогих иномарок и не заметил, как перед ним притормаживала девушка на белом Volkswagen, и произошла, собственно, авария. Вот два происшествия, и все не самые удачные сегодня у нас в Москве. Леш, тебе слово. Да, расстроенное лицо девушки на последнем Volkswagen мы тоже увидели. Можно понять, какая у нее тоже горесть сегодня случилась. Огромное спасибо, Даша. Дарья Луканцова рассказала о задержании элитного свадебного кортежа в Москве. Его участников подозревают в стрельбе, сейчас разбираются в полиции. Но явно свадьбу придется теперь переносить или продолжать как-то завтра или послезавтра. Все зависит от того, как дело завершится уже в самой полиции.